It's a lunch table. Добрый день, дорогие друзья, гости нашего замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс и ваш риэлтор во Флориде Дэвид Эггерс. Многие из вас уже знакомы с Дэвидом и лично уже многие, и по другим роликам. Да. Сегодня специальный у нас выпуск. Я буду больше как картинка, ну да. Не картинка, а присутствовать. Вот. Ну, даю слово Дэвиду. Да, специальный выпуск, потому что я здесь редко бываю. Но у нас будет, как обычно, обзор дома. Надя сделает. А потом короткая информация сегодня по поводу финансирования. Я недавно получил лицензию, чтобы заниматься финансированием ипотека. Мы объясним чуть-чуть об этом. И третья часть тоже специальная. У нас будет экскурсия Country Club, который очень близко отсюда, где наш сын работает. Это там ресторан, гольф-поле, и мы хотим показать не только дом, но этот район. Я суммирую, ребята. Мы хотим вам, да, три части сделать. Обзор дома в районе Алафая. Я даже не знаю, делали мы обзор этого района или нет. Это находится очень близко к даунтауну Орландо. Находится минут 20 езды, ну вот от нашего дома 22 минуты, да, мы сюда едем, мы живем в даунтаун. Восточная часть города. Да, и это восточная часть города. Да. Вот, из-за того, что это близость к городу и новые постройки, потому что здесь в основном дома очень старые, там 1950-х, 40-х, 60-х годов, в основном, ну, большинство из них мы вот как раз хотели, искали New Construction, потому что район хороший, вот здесь сразу за этим комьюнити, элементари школа, начальная школа, которая входит в тройку лучших школ Орландо. Да. Ну, сейчас совсем школу будет не видно. Новый комьюнити, билдер не огромный, называется Ray Homes. Они купили, скажем, вся улица и переделали, как я понял, 23 дома здесь. Почти да, они купили землю. Это небольшой застройщик, это местный в Орландо, живет уже 40 лет они строят. И просто купили огромный лот, ну, построили 23 дома. Да. Вот один из них мы будем сегодня смотреть. 4 спальни, 3,5 ванной, то есть 3 полных узла и 1 половинка, 2500 square feet, 235 квадратных метров в переводе на метраж. Здесь, значит, у нас озвучили, что HUA, ассоциации, $125 в месяц. И они ухаживают, да, ухаживают за улицей. Ну, без бассейна, по-моему, без клуб-хаус. Да, но сзади, как бы, ваш двор, это будет ваша ответственность. Угу. Налог мы сейчас сказать не сможем на эти дома, потому что дома новые. Угу. Сейчас здесь стоит налог пока на землю, которая была под этим домом. Дешевый. Юля, первый год. Что мы упустили? Так, лот сайз здесь хорошего размера, 0,20 акра. Это одноэтажный, это блок. Блок, да. Все по закону сейчас первый этаж всегда блок, да, во Флориде. Второй этаж можно. Второй этаж обычно деревянный каркас, деревянный, да. Пойдемте посмотрим. Хорошо. Давайте. Друзья, Дэвиду пришлось отлучиться, у него поступил очень важный звонок, он не мог его пропустить, и нам, у нас тоже расписание. Поэтому я сейчас покажу вам дом, а Дэвид присоединится после звонка. Вот смотрите, планировка здесь достаточно удачная в том смысле, что вот эта вот распашонка, то есть каждая комната, здесь есть приватность в каждой комнате. Мастер хозяйской спальни в одном углу. И гостевые в другом, в разных, все в разных углах. Да, это хорошо. Это у них офис. Угу. Я не вижу никаких гардеробных.
Поэтому я думаю, что это будет, наверное, ну, да. лишняя комната. Давайте будем считать. Ну да. Здесь сразу идет гостевой угол. Так. Пройди, пожалуйста. На полу, кстати, очень хороший ковролин. Да, ковролин необычный. Я ковролин не люблю, конечно, ну, но это хороший, дорогой ковролин. Так, здесь у нас гостевая спальня. Кстати, если приезжают родители в гости или с кем-то живут родители, это очень удобно, такой прям уголок свой тихий. Давай скажем, что здесь гардеробная такая. Большая. Да, большая, расширенная. У них посмотрите, да, во всех комнатах большие гардеробные. Вот Идем дальше. Так, здесь у нас полный санузел. Плиточка тоже такая необычная на полу. Этот застройщик, он похож чем-то на нашего. Да, кстати. Наш лучше, наверное. Он наш и дороже. Ну да. Этот дом стоит 760 тысяч. Вот. И да, но я просто вижу по дизайну, они не просто вот стандартно что-то лепят. Ну да, не стандартно всё-таки. По дизайну они подбирают плитку. Менеджер здесь, salesperson, сказала, что у них также дизайнеры интерьера работают, чтобы плитка вся подходила друг к другу. И во всех домах разные дизайны. Хорошо. В основном, когда мы смотрим на массового застройщика, плитка. У них практически, я не знаю, несколько видов материала, да, подороже, подешевле. Они делают, ну, как бы они похожи. Здесь все отличается. Здесь у нас прихожие получается гардеробная очень хорошо удобно, повесить, да. повесить шляпки. Так. И еще половина половинка санузла. Классно. То есть это для гостей. При входе хорошо. Так. В некоторых моделях у них здесь нет санузла, здесь стоит, здесь просто большая кладовка. А. Санузел лучше. В этой модели, да, они решили так сделать. Вау. Высокие потолки. Хорошие потолки, большое помещение, посмотри, большая зала, гостиная, да. Так, а что у нас здесь на полах? Винил. На полах это винил. Ну, похож винил. На дерево, да, хороший да, винил. Да, очень похож на дерево. Что мне немножко кухня. Не хватает? Да. Что немножко не хватает, пока менеджеры не слышат. Почему они не делают, сейчас это модно стало. Да, до конца, да? Да, до конца, до потолка. Кухню, шкафы, да, да. Я согласна. Мне да. очень нравится кухня, где уже вот... До конца. Ну, да, до конца там можно уже. Все равно использовать эту площадь. Согласна. Какой-то сервиз у меня там от мамы еще, Мадонна из Германии. Да. Я, кстати, родилась в Германии, вот, и тогда мама привезла Мадонну, я его до сих пор... с собой вожу везде. Вот он у меня и стоит в одном из таких ящиков. Ну хорошо, давайте посмотрим кухню. Ну, не так. до потолка, не до потолка, но она все равно красивая, да, белая. Красивая. И чувствуется, что это custom made. То есть, ну, не с Home Depot, не дешевые кабинеты. Да. Здесь у них, кстати, вот сейчас вытяжка. Стали делать, да. Юля, я после того дома... Проверяешь, да? Всегда проверяю, да, что есть вытяжка на улице, потому что не все застройщики... Все еще делает. Электрическая плита. Не газ. Так, вот здесь у нас вот это вот. Интересный момент, да. Ой. Ага. Вот отгадайте, это что это. Это микроволновка. Интересно. Смотрите, я еще не видела микроволновку. Да, я тоже первый раз. Вот технологии какие. Сейчас пальчики свои везде. Да, и посудомоечная машина. Очень красиво все. Благородное золото. Мне нравится такое. Да. Как кварц. Как называть? Это кварц, не, ты знаешь? А, хотя да, это кварц. С рисунком. Раковина большая. Нравятся мне большие. Мне не нравится, когда они разделены. Да, мне тоже. Все равно. Посмотрите. Холодильник. Красивый. Это как стекло здесь. Да-да-да. Матовое стекло. А холодильник остается, скажи, пожалуйста. В этом доме, да, он остается. Но в других домах, смотри, здесь еще открывается. Можно открыть для соков, здесь есть отделение. Ну и также можно открыть как бы и дальше. Просто и вот не это. Всегда можно, нужно да-да-да. Всю. Доставать все. Да, просто вот соль ходить. Этот холодильник такая. Здесь остается, но у них в других домах, здесь он стеклянный где-то, из нержавеющей стали, они просто разного немножко цвета могут быть.
Все здесь с доводчиками. Хорошо. Угу. Розетки есть дополнительные. Так. Но мебель не остается, правильно? Мебель нет, это просто декор. Стейджинг, да. Угу. Понятно. Большая зона для обеда. Да, кстати. Вот что мне нравится в этом доме, что здесь нет двух столовых. Очень часто бывает, здесь стол поставить и там стол поставить. Вот это достаточно. Это достаточно большое помещение. Вообще планировка у них очень хорошая. Они уже по Орландо построили, наверное, около 400 домов за 40 лет. То есть они скупают или пустую землю и строят, как вот этот комьюнити делают, или они, так же как Эйман, мой застройщик, скупают, покупают старый дом, сносят его и строят что-то вместо него красивое. Понятно. Пройдем в хозяйскую спальню. Так. Угу. Большого размера. Да, хорошая. Окна по бокам, красиво. Окна у них, кстати, она сказала, и это очень хорошие окна, они противоураганные и светоотражающие. Они, там есть какая-то пленка, ну, они затенены. Я поняла. То есть снаружи, изнутри наружу видно, но солнце не пропускает. Окей. Это против ультрафиолетовых лучей. Угу. Вот, и они так, еще она показала, очень тоже удобно, особенно когда, если есть двухэтажная модель, да, она как-то показала, я боюсь их открывать. Их можно вот так положить, помыть и обратно. А, прикол. То есть они открываются как бы не только вверх, да. Ну, хороший вид. Ну, не буду я разбираться сейчас с этим, чтобы не поломать. А то придется покупать. Так, идемте дальше. Проходим в ванную. Очень большая ванная. Плиточка, опять же, на две раковины. Ну, я бы удивилась, если бы здесь была одна раковина. Да не говори. Да. Ну, вот душевая вообще очень-очень классная. Посмотри, какая огромная. Да, большая. Огромная. Так, туалет. Отдельно закрывающаяся дверью. Угу. Туалет и огромная гардеробная. Да, слушай, очень большая. И смотрите, вот это тоже очень классно. Можно в постирочную попасть из спальни, а можно, если у вас гости другие есть, да, и собирают белье, они с той стороны могут сюда попасть. Да. Стоит уже раковина. Классно, классно. Все такое стильное даже, считай, здесь. В подсобном помещении полы какие интересные. Интересная плитка, дизайн, видно, что продуман. Так, я не поняла, запутались, с какой стороны, да? Мы вышли. Гараж. Да. Гараж. Так, вот здесь давай гараж здесь у нас. Посмотрим. Так, здесь, видимо, здесь кондиционер. Кондиционер. Так, и вот здесь гараж. Куда у нас открывается дверь. Гараж на три машины. Гаражи у этих домов на три машины, очень большие. Но он еще не завершенный здесь. Ну да. Но большой-большой. Большой-большой гараж, да. Так. Пошли искать другие спальни. Так. Получается, мы увидели одна спальня, хозяйская. И вот опять вот это вот крыло тоже. То есть даже если у вас будет много гостей, они не будут как бы очень рядом находиться. Так, вот спальня. У всех спален, как я сказала, большие гардеробные. Хорошего размера спальни. Они небольшие, но не маленькие, бывают меньше. Так. Вот что там за окном. Так, гардеробная тоже такая большая. Посмотрите, какая большая. Обалдеть. Так, далее. Кстати, здесь не хватает двух раковин. Да, или здесь одна. Дверь. Да, одна. Одна. Вот здесь не хватает двух, потому что... Согласна. Это на две спальни. На две спальни, на две детские. Мы уже придираемся. Да. Зато качество здесь хорошее. А, вот здесь вот такая кладовочка небольшая. Подсобочка. Так, и здесь еще одна спаленка. Совершенно одинаковый по размеру. Угу. Так. А сейчас, ребята, мы посмотрим, как бы двор здесь... Именно этот двор, он выходит на дорогу, но
они, у них есть такие же модели дальше с тихим двором, да. То есть, да, дороги нет, мы хотели вам показать, как выглядит модель, чтобы вы поняли, как размещается мебель, угу. То есть такой же самый дом, только находится на другом участке, по такой же цене, да. Сейчас. Здесь, смотри, как раскладывается. Тоже мне нравятся эти двери. Да. Стало модно их делать. Они прям удобно, вся стена удобно. Складывается. Угу. Лоты у них у всех достаточно большие. Угу. Где-то вот 0,20 акров, я говорила. И у них у всех есть уже подготовленные, да, разводки кухни. Для кухни. Хорошо. Для уличной кухни. И даже есть вытяжка. Я в какую-то паутину залезла. Так. Ну, элементари школа, да, находится вот, вот, вот там, вот там, вот там. Да. Угу. Видим, видим. Так. Ну что, ну, мы окей, скажем? Дэвид так и не пришел, видимо, у него долгий звонок. Ребята, вы пока с нами оставайтесь. Мы сейчас покажем гольф-корс, который находится. Вот эти все комьюнити, их много комьюнити, угу, построено вокруг этого гольф-поля. И очень хотели вам показать новый ресторан, который открылся. Это открыл его друг Дэвида, и там работает мой сын помощником повара. Очень интересно, да, посмотреть. Вот, хотели тоже показать. И, кстати, те, кто живет вот в этом районе, а я знаю, у меня много покупателей были, и Авида, и Алафая, и Авалон Парк, ну вообще даже Лейк Нона, угу, сюда очень удобно ехать, и кто-то нашу тетю очень хочет. Звонок за звонком. Вот. Я говорю про менеджера, которая здесь сидела, и она вышла тоже. Вот. В общем, это очень вкусное, вкусненькое такое место. Это новое. Построили этот клабхаус на гольф-поле. И мы покажем меню, если у кого-то будет день рождения, например, или торжество какое-то. Можете туда спокойно ехать. Я рекомендую. Идемте смотреть. Да. Ой. Мы сейчас улетим. Сегодня прям какой-то штормовой ветер. Ну, друзья, Дэвид вернулся. Я вам показала дом, потому что это в основном моя работа. А Дэвид вам сейчас покажет гольф-корс. Ну, расскажет как раз тот корс, где находится прям рядом этот дом. Можно дойти пешком. Да, спасибо. Я вернулся. Я часто здесь бываю. Я люблю играть в гольф. Это поле называется Rio Pinar. И на самом деле... Мой друг недавно купил, год назад купил это место. Вот, коллеги. И мы хотим показать, ну, пример в районе этого дома, что можно делать. Здесь кантри-клаб и гольф, и клабхаус, и ресторан, и кухня там. И тоже перебываю и скажу, что наш сын даже здесь работает, Дэниел. Я уже сообщила по секрету. Да, секрет. На кухне, и да, помощник. Сегодня повара. Его выходной, его не будет, но мы показываем, ну, ресторан, где он работает, и кухня. И это будет круто. Сначала я просто быстро скажу, что, не знаю, наверное, не все зрители играют в гольф. Но это поле, и обычно возле поля это место, где можно практику заниматься. До, вот коллеги делают даже урок, по-моему. Вот это последняя лунка, обычно 18 лунок, и здесь 18 лунок. Мой друг, как сказал, купил, и он полностью переделает. Это достаточно, кстати, исторически известный country club, поле. Лет 75 уже здесь, были турниры, даже конкуренция. Профи однажды, и он много денег тратил, чтобы его, скажем, в воскресенье делать. И я очень горжусь для него. И, ну, можно сказать, в процессе уже ремонт. Но сейчас сделаем дрон вам, а потом показываем вот клабхаус, который здесь направо. И вот гольфисты. Значит, пока все, увидимся внутри. Оставайтесь с нами, мы вам расскажем, чем Дэвид сейчас занимается, чтобы помочь бизнесу, и да, какой он молодец и профессионал. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Спасибо. До конца. Друзья, спасибо большое, что вы остались с нами до конца. Надеюсь, кто-то остался. Нам очень приятно.
было показать вам просто вот такое место. У нас очень много, конечно, в Орландо интересных мест. Вы посмотрели комьюнити, вы посмотрели дом, вы посмотрели гольф-поле. И сейчас я хотела бы представить вам нового моргач-брокера. Не первый раз, не первый раз. Дэвида не первый раз, но нового моргач-брокера. Дэвид занимается ипотекой. Он вообще у меня на все руки мастер. И умница, и красавец. Вау. Спасибо, Юля, что она такие комплименты дала. И риэлтор, он мне помогает с real estate, если нужно. Один клиент в одном конце хочет посмотреть, другой в другом. Дэвид мне помогает, например, как вчера. Вчера я весь день работала в Тампе. Дэвид поехал в Дибери, подписал с моими клиентами контракты. Больше часа три. Умница, спасибо большое. И я его убедила, чтобы он стал работать по ипотеке. Потому что у человека есть задаток финансиста. Он же финансист, он корпоративный финансист, он все это любит. Дэвид, ну почему ты, в принципе, согласился на мои просьбы? Частично объяснила, но спасибо, Надя. Да, я, кстати, не знаю, если зрители в курсе, но я лет 25 работал в корпоративном мире, скажем, карьера была как финансист. Даже был финдиректор несколько компаний, лаборатория Касперского, группа ГАЗ, и в России, и в Америке. Но я понял, что несколько месяцев назад, конечно, у нас коллеги и партнеры, которые хорошо управляют финансированием, но я чуть понял, что мы с Надей можем типа синергии делать, если я получаю лицензию. Поэтому я уже несколько месяцев назад получил, называется Mortgage Loan Originator License, и Realtor, и Mortgage Loan Originator. Но это очень полезно, и уже мы помогли вместе несколько клиентов, и продолжается. Ну, для меня это было очень важно, потому что я люблю контролировать процесс. Мне всегда нужно убедиться, что мой клиент закроется, не потеряет ни депозит, все будет под контролем. И Дэвид, когда рядом, это удобно. Да. Я постоянно спрашиваю, так, как дела у этого клиента, как дела у этого клиента. Вместе работаем. И это муж и жена компания, и я думаю, что это очень удобно. Тоже хотел добавить, что не только получил лицензию, но надо было решать, с кем работать. И не знаю, если все в курсе, но да. Наш Хороший уже вопрос. Давно с Надей любимый партнер, это называется Pioneer Mortgage Funding. И, может быть, даже видео было, по-моему, с Юлией Жигулёвой. Мы делали, Юлия Жигулёва было видео, вот Дэвид с ней партнер. Да, я работаю очень сильная с команда. Ней, с ними. У них много ресурсов, русскоговорящие, американцы, underwriters. И я понял, что это лучше с ними работать. И пока очень хорошее впечатление. Pioneer Mortgage Funding, значит, не только я, не только Юлия, но большая команда, которые могут помогать всех. Спасибо, Дэвид. Дэвид, есть какой-то совет? Мы не будем долго времени занимать. Да. Если будет интересно, интервью уже побольше. Мы просто не будем сегодня это все в одно видео. Да. Но есть какой-то совет покупателям, да. В принципе? Да. Но сейчас находимся, ну, в конце октября 2023 года. И не знаю, много зрителей, наверное, понимают, что проценты в Америке почти выше, ну, уже 30 лет не были такие высокие, почти 8%. Первый совет, что, к сожалению, я не вижу, что скоро они падают. Они, конечно, когда-нибудь будут еще, на мой взгляд, 5-6, но мое мнение, что не надо ждать. Если вы хотите дом покупать, лучше сейчас покупать. Мы найдем, конечно, самые хорошие проценты. Но через года два, когда проценты падают, можно всегда перефинансировать. Это первый совет. Второй совет. Если вы хотите покупать дом, лучше иметь минимум 10%. Скажем, если вы хотите 500 тысяч дом, лучше экономить и иметь 10%, потому что проценты будут лучше вам. Ну, кроме этого, наверное, ваши зрители все более-менее понимают. Я готов по телефону советовать и начать процесс, чтобы получить, как называется, pre-approval letter. С этим можно начать поиск домов. И вот самое важное
моменты. Друзья, я соглашусь с Дэвидом. Конечно, многие из вас скажут, вот им бы главное продать. Мы купили инвестицию. Почему? Потому что мы знаем, что эта инвестиция, она будет горячей. Когда будут маленькие проценты, там будет очередь, там будет драка за все это. Да. Это уже случилось, когда проценты были 3, 3,5, 4%, даже меньше. Там на каждый дом было, я даже встречала дома по 59 офферов на один дом. И вот что вам нужно было тогда сделать, чтобы выиграть, чтобы купить этот дом? Нужно было давать 20, 30, 40, 50. Угу. Случаи были 60 и 70 тысяч долларов из кармана. Ребят, теперь представьте на минуточку вот эти вот 70, там, 60, ну пусть 50, но 40 тысяч, которые приходилось платить, чтобы выиграть этот дом, чтобы вы его все-таки купили. Вот теперь разбросайте на все эти процентные ставки на 30 лет. Что мы делаем, и у меня это было уже в практике не один раз. Например, купили мы дом в Celebration, ставка 5,75%. Все, ну мы его купили, мы могли выбрать, мы могли и поторговаться. И когда ставки упали, мы его перефинансировали, да. 2,75 было, да. Тогда, или 2,50. Вот. Так что не бойтесь, если, конечно, вы можете ждать, если, возможно, вы просто хотите взять инвестицию, тогда это уже нужно считать, выгодно ли будет или нет, потому что не каждая инвестиция будет окупать. Вообще сложно найти инвестицию, которая прямо окупит, и у вас еще будет большая прибыль. А если вы покупаете для себя, вашей семье, для вашей семьи дом, не волнуйтесь, покупайте, и ничего страшного. Может быть, последний момент, а потом мы скажем до свидания. Да. Пойдем ужинать. Популярность Флориды продолжается и растет, и будет расти, и люди переезжают сюда, красивое место. Конечно, сейчас в конце октября 25 градусов на улице, красивая погода, природа. Значит, благодаря этого продажи растет и будет расти. Да. Друзья, ну все, мы пошли ужинать в этом прекрасном месте, которое мы вам показали. Еда здесь очень вкусная, очень рекомендую. Сын здесь работает. Честно говоря, наш сын очень-очень просил, чтобы мы сняли это место. Он очень гордится. Вот, поэтому мы вас отпускаем. Вы нас отпускаете. Спасибо большое и до следующих встреч. Пока. Пока-пока.